привет всем, кто еще не был здесь, кто не знал, что это такое, что это за канал, что это за человек, ни на кого не похожий. Зачем я вышел сюда сегодня, музон, чуть сделаю потише, потому что я, чем буду тебе не слышно, я решил сегодня не материться, потому что ты можешь подумать, что весь успех моего фристайл-рэпа заключается в том, что я вовремя могу сказать слово матом, но на самом деле это не так, мне поверь по барабану, какие слова фильтровать, перемещать местами, переставлять, формировать предложения, словосочетания, забвения, сомнения, какие-то, возможно, твои собственные движения, но ты никак не можешь себе в этом признаться, почему-то до сих пор не хватает сил, ты бы, может, у меня спросил, я тебе бы подсказал, возможно, то, на что я сам способен, лично не больше, парень. Я не буду материться в этом треке, этим самым я уделаю всех хейтеров, которые думали, что нормальный речитатив у меня получается только благодаря сленгу татарскому. Это на самом деле не так, сленг татарский мне нравится, я буду продолжать его использовать, как бы ни горела твоя задница, потому что одна причина есть, это мне очень сильно нравится. Сейчас, красавица, записываю для тебя прямое опровержение тому, что я не могу читать нормально, без нафиг, нафиг русского мата, нафиг, я сказал, не придолбывайся. Давайте, давайте немножко потанцуем, немножко зачитаем вместе, где-то попробуем сверху накидать свои мысли. Возможно, у нас что-то интересное из этого вместе получится с тобой. Ты себя немного недооцениваешь, парень. Поверь, я был таким никому не нужным, ничему не годным, никогда не умеющим сложить два слова, слово сочетание. Не то чтобы в предложении, не то чтобы в рассказ, не то чтобы в книгу. Пробуй словами стами подвигать, возможно, что-то получится, а если не получится, огорчаться нет причины, парень, парень. Мир обильный, огромный, земля широкая, глубокая, круглая, квадратная. Кто бы ни сказал, кто бы что ни проповедовал, у тебя должна быть немножечко своя вера. Ее имеешь, я тебе рассказываю, поверь мне окончательно, и тогда все начнет сбываться непременно. Начнет расползаться новая кровь, где-то, возможно, появится большая любовь. И этот текст нигде не написан, так верно. Я сижу тут просто полбан и поднял случайно, включил светомузыку, колоночку, навалил музычка погромче, чтобы твои уши радовались этому событию. Ни одного матерного слова так и не употребил я в этом речитативе. После этого вы будете говорить, пишу я читер. Знаете, куда идти, не могу я больше, не могу остаться. Раунд без на. Дорогие друзья, я так это люблю. Это такое мое хобби, слушай, дай свет другой, но очень сильно давит, хочу поговорить. Вот так. Короче, спасибо, что это вообще кто-то... Что значит? Все хорошо, ребят. Так, держимся, все держимся непременно.